что там особенно интересным было вообще? Особенно интересным были лекции и практические задания, которые давали педагоги. Мы работали в группах, делали видео о осмотре места преступления, работали с протоколами и следственными делами. Также задавали физические нормативы и проходили тренировки по рукопашному бою. Канский полицейский класс сформирован в рамках проекта «Законный порядок», реализуемого в соответствии с соглашением о сотрудничестве между муниципальным отделом МВД России Канский и управлением образования и гимназией номер 4. Ежегодно в группе обучается около 30 учащихся 10-11 классов из разных школ города и района. Это юноши и девушки, которые изъявили желание в дальнейшем поступить в вузы МВД России. Со стороны полиции им оказывается поддержка и подготовка к поступлению. Кроме того, курсантам, проявившим себя во время обучения, предоставляется возможность на осенних и летних каникулах принять участие в полицейской академии, открытие которой инициативно проводит Главное управление МВД России по Красноярскому краю.